научиться эмоциональному разговорному ненецкому языку. В регионе проходят онлайн-курсы для школьников из поселков Красное и Нельминнос. Занятия проводят автор обучающей программы, методист Центра развития образования Ольга Варницына. Подробности в следующем материале. Андерова, Людмила Александровна, Андеровочка. Нине Ивада Котя в переводе с ненецкого – настоящее словечко. На курсах дополнительного образования порядка 10 учеников. Это школьники из поселков Красное и Нельминнос. Обучение проходит в виде презентации, вот только интернет иногда подводит. Сейчас я вам покажу картинки. Подыра хибе намга вопрос. Основная цель курсов – научить школьников разговорному ненецкому языку. Дело в том, что в рамках школьной программы сделать это очень сложно. Необходимо использовать родной язык в обиходе и в общении с семьей, уверена Ольга Варницына. Я думаю, что решить можно лишь частично. И опять же, да, все говорят, и мы тоже так думаем, что чтобы язык сохранить, он должен идти не только от школы, да, не только в детском саду, это должно идти от семьи. Уроки проходят в формате зум-конференции. 16 часов дополнительных занятий. По окончании для школьников запланирован небольшой тест. К концу занятий, чтобы они сделали некий небольшой проект своими силами, да, и основную тему я взяла – тему семьи. Чтобы они описали свою семью, описали, где они живут, с кем они живут, чем они занимаются. Дистанционное обучение на курсах ненецкого языка, безусловно, даст положительный результат, уверена в Центре развития образования. Охват обучающихся пока небольшой, порядка 10 человек. Это используются информационные дистанционные технологии. Во-первых, это проблема со звуком, связью, а изучение языка – это все-таки и слушание, и говорение. А если уже через какое-то препятствие проходит, фонит иногда бывает. Вот. Если есть интернет, ну вот это и есть дистанционные технологии, так скажем. Но в любом случае они есть, их использовать тоже можно. То есть мы хотели попробовать, что вот именно, что их тоже можно использовать. Мероприятие приурочено к проведению Дней ненецкой письменности. В этом году в программе также пройдут конкурс чтецов на ненецком языке, интеллектуальная игра, конкурс сочинений на ненецком языке и другие. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север».